Вот из этой фурнитуры мы сейчас соберем вешалку для плечиков. Она будет крепиться вот на этой стене под потолком. Опоры в пол не будет, все будет полностью на потолке. Поехали! Распаковали из пакетиков. Итак, нам понадобится две вот таких вот. Это у нас пробки. Заглушки сбоку синие. Вот эти штучки выбираются. И там они такие блестящие, нарядные. Четыре вот этих. И получается две вот этих. Они потому что вот так вот делаются. Это у нас будет опора под угол. В общем, сейчас все увидите. Грубо говоря, вот эти элементы, они вот так вот. Все продается в строительных магазинах. Труба 3 метра. 450 рублей труба стоит. Но я напишу все, сколько стоит. Продаются в строительных магазинах, в магазинах крепежа. Кстати говоря, полностью вышло все 1050, по-моему. Сейчас чек найду. Итак, вот чек, немножечко я ошибся. 1998, то есть 1100 вышло. Вот получается название и цены на все. Дата у нас 2 октября 2022 года. Так, вот, все, показал. Сейчас первым делом начинаю размечать трубу, размеры потом все скажу. Смотрите, как собираем первый элемент. Я подсобрал немножечко, но я сейчас разберу, чтобы вам было понятно. Обе стороны одинаковые, то есть наши, так, я надеюсь, видно. Наши уголочки, трубки, я размеры скажу. Нарезал какие. Все, обе штуки вот эти одеваем на вот нашу центральную трубу. Все, одели. Следовательно, это так видно, да? Вставляем сюда. Эти тоже, которые пойдут у нас к стене. Так, все, вот так вот. Их надели, но это все на самом деле элементарно, как бы логически ясно. Вот так вот мы собрали предварительно обе стороны. Вот и в эти места, вот в эти штучки, вот сюда будут вставляться опоры под углом 45 градусов. Все, первый элемент у нас готов. Нарезал все трубки, значит. Вот эта трубка большая у меня 1,20 м, но это длина, то есть длина самой вешалки. Я померил 1,20 м, у меня входит нормально, вы можете сделать 1 м. Я думаю, до 1,40 м прогибаться она не будет точно 100%, потому что купил изначально я 3-метровую трубу. Кстати говоря, я все нарезал, и от 3-метровой трубы у меня остался вот такой вот кусочек, 62 сантиметра. Остался у меня кусочек от 3-метровой трубы. Далее, вот таких вот по 3 сантиметра вам понадобится 4 штуки. 4 штуки по 3 сантиметра, потом поймете куда. 2 штуки по 27 сантиметров, по 27, ну, по 270 миллиметров, кому удобней. Давайте буду в миллиметрах говорить, чтобы было более профессионально. По 270 миллиметров 2, и по 250 миллиметров тоже 2. Так, ага, не видно ничего. Не видно ничего. Вот так вот. По 250 миллиметров 2, по 270 тоже 2, по 30, по 30. Ну, кстати говоря, по 30 там плюс-минус пару миллиметров абсолютно вообще не страшно. По 30 миллиметров 4 штуки и 1,20 м. Вот этих вот пробочек я купил 2 заглушки. На самом деле их надо 6. Вот это уже я в процессе понял, что их нужно будет 6. Я думал, буду только главную трубу заглушивать с двух сторон. Но потом понял, что вот в эти места мне нужно будет вставлять вот такие наподобие втулок. Вот так вот будет соединяться. И тоже сюда нужно будет заглушки, чтобы было красивенько. Все, буду сейчас вешать все на сцену, на стену.
буду вешать все на стену и покажу вам результат. А по размерам, значит, все понятно, но я в описании к видео еще размеры добавлю. Трубка 25 миллиметров, кстати говоря. Это стандартные штуки, они продаются, да, трубка 25 ровно. Они продаются в строительных магазинах. Все вместе 1100 у меня вышло, но пробочек еще докуплю. 4 штучки, я думаю, там это будет совсем-совсем недорого. Все, монтирую на стену. Для интереса я вот так вот подсобрал. То есть вот эти вот штучки, они будут одеваться вот сюда, ну то есть на 4 части. Так, видно, да? Ну-ка. Вот сюда вот коротенькие, которые мы по 3 сантиметра нарезали. Одна соединяет вот эти вот, я вам показывал, а другая потом вставляется сюда, чтобы соединить вот эту. Ну, и вот здесь, то есть так же. Все, эти будут вставляться вот сюда. Вот эти вот у нас под углом будут. То есть вот я сейчас попробую показать. Попробую показать. Ну-ка, примерненько так. Пока еще. Не знаю, сейчас получится, не получится. Ну-ка, давайте так вот сделаем пошире. Получится, не получится. Вот видите. То есть. Так. Сейчас уже вечер. Решил я завтра все просверлить. Но пока примерно покажу. То есть это все будет наверху. Вот так вот оно будет. О, не знаю, видно, не видно, ну прикольно. Так, не могу понять, конечно, видно, не видно. Ну, то есть, вот так оно будет наверху под потолком. Ну-ка, давайте-ка сейчас посмотрим. Да, я думаю, видно все было. Ну все, сейчас уже буду вешать скоро. Готова наша вешалка. По факту заглушек вот этих вот, вот не знаю, смогу достать или нет. Их надо 4. Я просто вначале сказал, что их надо 2, потом сказал 6, а в общем результате оказалось, что их надо 4. Все, вешалка полностью готова. Результат радует, выглядит хорошо, интересно, красиво. Вот так вот. На нее мы сейчас что-то такое повешаем для эксперимента. Вот так вот она смотрится. Вот примерно вот так на ней будут висеть там рубашки. А, в общем-то, для этого она и делалась. Что-то тяжелое, шубы там, пальто. Я на нее вешать не собираюсь. А вот, например, пиджачок там. Ой, пиджачок, рубашечку. К примеру, вполне даже можно дам штаны. Даже с двери убрать и, к примеру, опа, вот так вот и штаны закинуть с краешку. Ну, короче говоря, прикольно. Прикольно, прикольно. А вот в это место нужно заглушечки с двух сторон. Ну, кстати говоря, оно и так смотрится с отверстием. Но почему-то вот где, вот здесь вот, сейчас покажу, с заглушкой оно как-то, на мой взгляд, поинтереснее. Заглушки копеечные. Все, ребята, как делать, вы знаете. Размеры я вам тоже сказал. Поэтому, кому понравилось, делайте себе такую вешалку. В пол никак не упирается. Все, под потолком. Вот этот размер, то есть длина, главное, вы можете ее делать как вам удобнее. У меня 1,20 м. Ну, то есть у меня вот в этом промежутке 1,20 м, это рядом с кладовкой. Рядом с кладовкой я ее сделал. Метр, хотел метр, потом 1,40 м, и что-то решил. 1,40 м у меня впритык тоже сюда, но я решил к выходу не делать слишком близко. Все, держится крепко. Держится, ну, монолитно. То есть нагрузка получается за счет вот этого элемента идет в стену. Поэтому я, конечно, не стал на ней висеть и так далее, но вот она не шевелится. То есть нисколько, она прям, фокус не могу понять, есть или нет. Она прям монолитна. Все, здесь крепление без проблем. 1100
материал обошелся. Делал я ее, собирал, крепил к стене. Но если вместе, знаете, сейчас посчитаю полностью. К стене я ее крепил часа полтора, не спеша. И резал, наверное, часа два. Но в районе 3,5-4 часов такой неспешной работы. Тем более я делал это первый раз. Делал первый раз. Поэтому опыта было не очень много. Все, и вот так вот сейчас можно на нее прям понавешать. Ну, примерно, да, часика за 4, не спеша, вы полностью. Болгарка нужна будет обязательно, друг мне дал болгарку, поэтому без болгарки, ребят. Хотел я ножовкой, но он говорит, не, говорит, ты че, парень, ножовкой ты эти трубки из нержавейки устанешь делать. То есть вам понадобятся вот эти вот элементы, которые сгибаются, шарнирные, элементы, которые цепляются... Что же, где фокус? Элементы, которые цепляются в трубу, ну, к стене. Ну, в общем, все это стандартные. Это стандартные крепления для... Ой, сейчас точно не скажу, для чего. Ну, в общем, для гардеробных систем делать вешалки. А, кстати говоря, еще интересный момент. В магазине, я говорю, пришел в магазин, и девушка в магазине, женщина, я говорю, так и так, вот я хочу сделать такое. Она говорит, ха! Нет, говорит, вам надо обязательно, чтобы у вас упиралось в пол. Я говорю, я не хочу в пол, я говорю, хочу сделать подвесную полностью. Она говорит, нет, у вас точно не получится, даже не думайте, даже не смотрите. И, говорит, уже, говорит, приходили такие, говорит, пытались, а такое, ничего, говорит, не получается, тут только в пол. Ладно, я ушел, и потом я купил эти штуки в другом магазине, там дешевле было, и там парень был, консультант. Я говорю, слушай, говорю, так и так хочу. Он говорит, я не знаю. Говорит, у нас вот приходили разные кулибины, покупают, а потом приносят обратно, возвращают, сдают. Я говорю, ну ладно. И в магазине на самом деле я в голове смог собрать, в голове вот эту конструкцию смог в голове собрать. Немножко на чек он мне дал, старый карандаш дал. Я там на обратной стороне чека раз, почертил. И, в общем-то, все получилось хорошо. И... Всем желаю творческих успехов в проектировании систем подвешивания плечиков.